Центральный парк культуры и отдыха и речка Битевка в Кургане нуждаются в срочном благоустройстве. Чтобы привести в порядок ЦПКО, необходимо привлекать инвесторов. Об этом заявил глава региона Алексей Кокорин. В первую очередь необходимо расчистить реку в парке. Причина ее загрязнения – попадание неочищенных сточных вод и неудовлетворительное состояние канализационных сетей, утверждают специалисты. Нужно укрепить берег, перекрыть поступление стоков и решить вопрос с благоустройством территории, примыкающей к парку. Ранее было заключено 2 госконтракта на создание проектов расчистки. Однако из-за некачественного исполнения они были расторгнуты. Теперь необходимо вновь объявить торги на проектные работы по берегоукреплению. Постоянное обращение жителей города Кургана. У всех большая ностальгия, особенно по Центральному парку культуры. Все бы хотели его видеть благоустроенным, обихоженным. Но для этого нужно проделать огромную работу. Хотя, вот если мы пойдем последовательно, то это у нас уходит очень-очень много времени. На мой взгляд, это делается достаточно просто. Ставится задача, и все это выполняется.